Мы живем в России. Герб России – золотой двуглавый орел, могучий и гордый. На его груди Георгий Победоносец. Он поражает серебряным копьем злого дракона. Флаг России трехцветный, белый цвет мира и чистоты, синий небо и надежды, а красный – славы и отваги. Столица нашей Родины – город Москва. Наша страна раскинулась сразу в Европе и в Азии. Эти части света разделяют древние Уральские горы. И как раз в южной части Уральских гор живут башкиры. Край этот необычайно богат птицами, речной рыбой и зверями. Не случайно на гербе Уфы, это столица Башкирии, изображена куница. Но давным-давно здесь жили и другие удивительные звери. На стенах горной пещеры Шульганташ древние люди нарисовали мамонтов и даже носорогов. Башкиры – замечательные наездники, опытные животноводы, особенно искусные пчеловоды. Башкирский мед – самый вкусный в мире. Наверное, там самые правильные пчелы. Еще эти места славятся драгоценными камнями-самоцветами, особенно яшмой. И, конечно же, здесь помнят и рассказывают замечательные народные сказки. Каждый из них как прекрасный самоцвет. Однажды ненастной ночью, когда хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Ой! Эй, кто тут? Ой. Ну и погода. Одно слово. Дождище! Да, еще что? Вот придет зима, совсем пропадем. А давай держаться друг друга. Вот мы с зайцем 200 лет вместе. Не разлей воды. А втроем? Втроем это... И зимовать легче. Да, зима. Хорошо бы дом построить. Дом бы построить хорошо. Только мы... Не умеем. Вот так и познакомились. Да, это так он не кончится и до первых петухов. Ой, где это я? Известно где, в лесу. Ты как это? Сюда попал. Я путешествую, держу путь на юг. Категорически надоело жить у хозяина. Он, видите ли, затеял варить петушиный суп. Ну, а я от этого петушиного супа... Ой, икаю. А что, оставайся с нами зимовать. А может, знаешь, как... Дом построить. Дом легче легкого. Это просто как яйцо. И стали они вместе жить, к зиме готовиться. Медведь пасеку завел, ульи с пчелами, чтобы зимой чай с медом пить. Волк на реке рыбу ловит, вялит и сушит. Ой, тащи, тащи, клюет! Ой, мама! А петух? Петух огород стережет. А что, товарищи, неплохо бы нам корову купить? Да, корова – это хорошо. Молоко, масло. Мясо. Идея. Из молока, товарищи, сделаем масло. Вот и будет чем полакомиться зимой. Ну да. И решили они корову купить. Ну, ты, заяц, давай, это, не скучай. А заяц пока на хозяйстве остался. Ку-ка-ре-ку! Вот подавился. Уши! Продали они урожай меда, да еще пчел, 28 штук, и купили корову. Каждое утро волк и заяц отправлялись эту корову пасти.
готовили сливки и взбивали масло. Это масло, товарищи, хранить лучше всего на чердаке. Никто не должен трогать, никто. Зимой мы будем брать его помаленьку и жарить на нем картошечку. А хоть попробовать? Можно? Как зима придет, тогда и попробуем. А до тех пор дни и не просите. Да, ну конечно, порядок нужен. К концу осени этого масла был уже целый батман. Здравствуйте, любезный, вечер добрый. Ты куда это? Будешь, а? Я лиса-сирота, осталась на свете одна, денешенька. Некуда к мне, бедной, идти, все, что у меня есть, кумга. Да и тот пустой да дырявый. Пустите, пожалуйста, меня к себе жить. Да, одному жить плохо. Это точно. Вот мы с зайцем 200 лет вместе. Не разлей вода. Ну что же, живи с нами. Известное дело, товарищи, коллектив – великая сила. И стала лиса вместе с ними жить. Вела себя очень покладисто и приветливо. Всем старалась угодить. Идет серенький волчок и ухватит за бочок. Ты что сразу волчок? О, да, снег. О! Может, уже пора достать с чердака наше масло? Торопиться определенно не следует. Еще не зима, еще рано. Ну, а завтра? Завтра можно? Вот завтра придет, завтра и посмотрим. Так лиса прознала про масло. Масло? Будет вам масло. Эй, лиса-сирота, дома? Дома, дома, она это... Сейчас вернется. Скажите ей, чтобы шла к барсукам на именины придумывать имя детенышу. Обязательно скажем, все непременно. Лисонька, приходили тут, приглашали тебя придумать имя барсучонку. Что ж, тогда надо идти. Будут вам именины, будет вам масло. Нашла лиса большое сухое дупло, да и спрятала там масло. Ну, чем тебя там? Почвой. Жареной рыбой, пирогами с начинкой и топленым маслом. А имя это барсучонку? Какое дала? Башбала. На другой день лиса опять заявила. Меня снова пригласили на именины. На этот раз какое имя дала? Куртанцы. И на третий день лиса унесла остатки масла. Ну, а сегодня как назвала? Кинзя. Наконец наступила настоящая зима. А может, это уже пора полакомиться нашим маслом, а? Давно это. Пора! Вот теперь самое время. Эй, лиса, иди достань с чердака масло. Кто? Я? Стала лиса хитрить да изворачиваться. Ох, в жизни так высоко не залезала. Ой, ох, трудно же, не могу я туда забраться. Ноги не держат, не упасть бы. Ой, нет тут никакого масла. Где наше масло? Где масло? Это какой-то парадокс. Как я его, это масло. Надо немедленно найти вора и наказать. Да, найти и наказать непременно. Да, найти. А как? А давайте разведем большой костер и устроимся вокруг. У того, кто съел наше масло, оно само от тепла на животе выступит. Выступит на животе? Ха, просто как яйцо. Проснитесь! Проснитесь!
Товарищи! А? Что? Так это смотрите, что? Выходит, ты масло света! Смотрите, вот кто съел наше масло! А как же это, а? Беда! Караул! Не ел я нашего, вашего как масла! Не ел, как не ел? А это что? Вот оно, наше маслице! Да не ел я масло! Верьте мне, братцы! Что-то здесь не так! Угу, надо бы еще раз проверить! Это... Не надо ничего проверять! Без того все понятно! Не надо ничего проверять! Проверять нужно все и всегда! Все непременно! Попрошу всех к костру! Не ел я нашего, вашего масла. Как же? Вроде не ел. Ну, я же говорила, вот кто съел наше масло. Как же завтра это? Же утром убирайся вон косолапый с нашего двора. Нам все своры не нужны. За что не ел я? Чужой я среди своих. С нашего двора. Давай, давай. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Ишь, повадился масло наше воровать. Ишь ты. Пойду-ка я это, снег убирать. Пойдем и мы... Дрова рубить. Так была наказана лиса, хитрая и жадная.